Беде. Вместе вы сильнее, и каждый герой должен состоять достаточно уважаемой или презренной гильдии. Найдено 10. Ты еще не состоишь в гильдии, хочешь создать свою? Введи название новой гильдии. Не хватает золота. Новую гильдию можно создать за 10 золотых. Раздобудь золото или уступи его. Ну, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Не надо. Нам такого дерьма не надо. Нам дерьма. Полный экран. Нагрузка новых миров. Громкость. Сравнение вещей. Гильдия зеленый синий. Звук чата. Нет анимации колеса. Оповещение. Сообщение в чатах. Всегда показывают таймер. Не показывают советы. Нет приглашений. Загрузка новых миров. Общий полный экран, звук чата. Окей. Этот окей. Героизм. Вопрос характера. Но еще возьми большие циферки и крутое снаряжение. Горящие кристаллы. Горящие кристаллы имеют очень большое значение для тебя и для твоей жизни. Расскажи сразу. Но кто-то и этим должен заниматься. Кто-то должен. Аппарат везения доктора Абабу. Он просто скружил мне голову. А, вот оно золото. Вот оно золото. Золото. Крути. Колесо можно крутить до 20 в день. Первая попытка всегда бесплатна. Так. Одно золото есть. Крутите грибочки. Грибочки один золотой, 11 серебра. Можно пожертвовать. Так. Таверна. Жертва приключений 100. Арена. Загружаем. Добро пожаловать на арену, с кем сразишься? Ни с кем. Городская стража. Обязанности рядового городского стражника. Спать. неимоверно сложны и почетны. Разумеется, такой тяжелый труд оплачивается. Работать 1 час за 10 кристаллов, что ли, серебро, до 21-11 работать 10 часов за 1 золотой на пять. Ты работаешь, твой трудовой подвиг непременно будет вознагражден, но только после полного исполнения обязанностей. Городская вахта, магазин оружия. Уровень. А у нас ничего нет. Ничегошечки. Ничегошечки. А это что такое? У нас игры есть, что-то. Так. Ну, что ты знаешь? Что это такое? Гильдии, герои. Что это? Как это? Хрень закрыта. Что ты знаешь? Ладно, магазин. Закрылся. Ура. Так, это у нас волшебный магазин. Что для собак? Нет ручки. Ловкость повышается. Он повышается, ловкость повышается. Ну там ладно, там всякое это. Улучшение здоровья, улучшение внимания, наверное. Удача на 10%. Напиток вечно вторых. Напиток открывашка. Срок 3 дня, сила плюс 10%. Это колечко. Лепестки. Драгоценное кольцо. Поверхностное знание. Хом 3. Стоит 37 серебра и 1 грибочек. Все что ли? Там надпись все. Магазин оружия, волшебный, конюшня. Ой. Добро пожаловать в мою конюшню. Ой. Теперь смотри и выбирай. Арендовать. 1 золотой, 10 золотых, тигр, 5, 14 дней, 25 грибочков. Господи, как все сложно. Питомцы. Нет питомцев. Чтобы начать собирать питомцев, нужно достичь уровня 75 и найти хотя бы одно яйцо. Яйцо Хасти. Доктор Абабу. А это что? Это такое. Что это? Это книжка, это дрова, это камни. Это тоже дрова, это тоже книжка. Это неизвестные мешочки. Вот мешки. Так. Дилер грибов. 50 грибов за... О-о-о-о. 3000 грибов за 8000 рублей. Они очумели, что ли? Сказились? У них мозги, что ли, расплавились? Они охренели, что ли, совсем? Ну ладно. Персонаж. Персонаж. Та-та-та-та-та-та! Вот что. Детки я. Там славы. О. Что это? Темницы. О. Ты пока не можешь попасть в это место. Пока мы вообще не можем никуда попасть. Ни в какое место. Или темницы. Крепость. О. От крепости зависит вместимость ресурсов и максимальный уровень всех остальных зданий. Цена строительства 100 золотых. Срок строительства 15 неизвестно чего. На минуту. Нельзя построить. Чтобы построить крепость, нужен уровень 25. Они охренели. Место для рабочих квартал. Место для академии. Место для сокровищницы. Место для... Требуется крепость второго уровня. Блин, какой-то господи. Что, чем занимаются люди? Какую-то хрень, какую-то придумывают. Место для изба лесоруба. Господи. Крепость первого уровня. Требуется. Придурки. Они не скрывают, правда, этого. Но зачем столько наград и всяких эту игрушку? Место для рудник самоцветов. Рудника самоцветов тогда. Место для укрепления. В общем, крепость сначала, а все остальное. Сейчас она приложится. Дурдом, в общем. Так, опять арена. Ты еще в пути. Нельзя атаковать игроков, пока ты путешествуешь или работаешь. Выполни задание, прежде чем кого-то атаковать. Вот. Вот как все здесь замечательно. Атаковать можно через 10 часов. Вредятина. Вредятина долбаная. Ничего. Эй, приятель, разве тебе не пора на задание? Приходи пока лучше, когда его выполнишь. Не то еще скажут, будто я тебя спаиваю. Выпил сегодня 0 из 10. Тебе нужно быть в патруле, так что не заглядывайся по сторонам. Добро пожаловать. Это наперсточник. Спасибо. Морду бы тебе набить. Да Заратустра не позволяет. А да, туалет здесь в последнее время было тихо, потому что кто-то потерял чертов ключ. Ужасно неудобно. Говорят, это особое, просто волшебное место. Но запертая дверь туалета уже стала непреодолимой преградой для многих дюжих приключенцев, вооруженных до зубов. А вот меч нельзя спереть случайно. Нельзя спереть. Спереть. А вот еще меч. Он нам пригодился. Вот выпить, вот. О. Кружка пива. Так. Да. Ничегошеньки здесь нет. Ладно, будем заходить. Куда будем заходить? О, на городскую вахту будем заходить. Вырубать, зарабатывать. О. По одному золотому. Раз в 10 часов. И все. И все. Наберем. Для крепости тут нужно 100 золотых. Вот, будем работать. В городской страже. Да, ничего, 10 дней. 10. Какие там 10? 100 дней. 100 дней пополам. 100 дней пополам. 50 дней. Через 50 дней построим крепость. Это каждые 10 часов ходить в игру. Лучше через 100 дней построим. Построим через 100 дней. Все. Так, Алена. Даже не говорит, грамотно видно. Собаки. Ой, какая чушь. Ужас. Ладно. Надо же людям во что-то играть. Сейчас. Детям. Детям. Ладно. Всем спасибо за внимание. Заходите, если что. Пока.